Питомник Марины Сик предлагает на продажу разные виды гигантских африканских улиток арха-ахатин и ахатин. Есть ахатина, ахатина, тигры. Арха-ахатина от ахатина выгодно отличается тем, что несет всего лишь 5-10 крупных яиц размером с перепелиной. Вот такие яйца. Из них вылупляются малыши. Цвета тела есть разные. Белые, псевдолеуцисты, стандартный окрас ноги, кремовый, голубой. Они выделяют меньше слизи. В террариуме у них всегда чисто и красиво. Ахатина – более быстро растущий вид улитки. Это ахатина ретикулята черноголовая. Половозрелыми становятся в возрасте 6 месяцев. Несут от 150 до 300 яиц. Выделяют больше слизи. Требуют больше ухода. Содержание и питание этих улиток ахатина и архахатин абсолютно одинаковое. Едят они овощи и фрукты. Необходимо добавлять зерно, смеси и кальций для построения раковины и быстрого роста улитки. Ахатины есть и макулята, и макулята. Очень красивый рисунок раковины, светлое нежное тельце. Есть ахатина и макулята, представлена рядом. Она вырастает несколько крупнее, более вытянутая форма раковины. У имакулята и макулята более округлая форма раковины. Это ахатина, ахатина, тигр. Имеет очень красивую раковину, напоминающую шкуру тигра. За это получила свое название. Цвета тела есть темные, стандартные, кофейные и белые. Ахатина ретикулята, альбинос. И рядом ахатина альбопикта. Рисунок раковины очень похож, но ахатина альбопикта от ахатины ретикуляты отличается ярким малиновым апексом. Очень красивый. На фото хорошо видно, на видео хорошо видно. Цвета тела разные. Есть потемнее, напоминающие ретикуляту черноголовую. Есть посветлее, напоминающие скорее имакуляту. Есть фулики родации, альбиносы, желтая раковина, белое тело. А также есть крокулусы. Разные виды. Это маленькая древесная улиточка. Форма раковины кругленькая. Преимущественно живет на деревьях и веточках. В грунт не закапывается, поэтому ее всегда видно. Предпочитает жить группами. Звоните 8-952-371-3505. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Приезжайте, выбирайте. Малыши и подростки гигантских африканских улиток с нетерпением ждут своих хозяев.